что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Нечто подобное длани Господней, парящей над миром. Доброе утро. Как просто со Стасом. Как просто. Здравствуйте, Стас. Здравствуйте, Владимир Адольфович, здрасте. Да ладно, прекращайте. Ну какой Адольфович? Можно просто Адольф. Мы коллеги, тем более я человек-мем. И за мои деньги вы делали прекрасные пародии на меня. Я с удовольствием к этому отношусь. Меня еще да, спасибо, очень любим ваши лицемерия. Мы с женой постоянно пересматриваем, как вот вы брали деньги от государства путем создания продажных репортажей, что я явно продемонстрировал. Прям нарезочка есть, я вот прям обожаю. Мразь. Спасибо, да. Стас, ну теперь я смотрю, за то, что вы появились на Соловьев Лайф, украинские рэперы совсем сошли с ума и стали вас рвать на битах. Дай здоровья, лохамай, как просто. Отважный маленький тустер в поиске верных хозяев Кремля. Как Соловушка запел у Соловья. Это нас... Так, стоп, до свидания. Вот, сука. Ну, это уже не проблема, потому что у меня есть ответный дис. ЛГБТКЮ плюс феминистка Сара. Заигралась комиссара, не следила за базаром. Так пытается быть грубым на лысо побритый пудель Сара. Грезила за рубль, шлифани мою залупу, ебать. Как Соловушка запел Соловья. Вот что значит точка патчи, я ревел 4 дня. Тут поэт со цивилизма, не слезая с рутуа. Нам расскажет все о жизни, зачитав прям нахуя. Готовься. Это рэп, это шок, это Стас, это Айди, Сар все еще тупой пидорас. Повторяй. Это рэп, это шок, это Стас, это Айди, Сар все еще тупой пидорас. Повторяй. Красиво. Я бы сказал, гуда. Не, вы понимаете, интернет — это опасная вещь. Вы сейчас это скажете, все, мне вызовы пойдут, меня в Донецк затащат, и меня сломают там. Не надо, пожалуйста. За что вас обидели? Почему заблокировали на Ютубе? Ну ладно, я. Убил 1000 маленьких медвежат. А вас-то за что? Ну ладно, я. Как вам оказаться сторону хейта? Как больше ощущение, не хочу, страшно. Как впечатление? Страшно было, да? Безумно страшно. Я человек лицемерного поколения, стукач-доносчик, выросший в странных условиях. И я впервые вживую посмотрел на то, что такое хейт. Не то, чтобы я видел какую-то жесть. Погиб мой друг Саша Киященко, Самура и Джек. Потому что в этот момент прилетело нечто очень страшное. И его Саша жрал. Сергей Иванов. Меня, слава богу, пронесло. Я убежал в туалет, малую нужду справить. И, собственно, я отправляю в Wildberries фотографии этого человека. Говорю, пожалуйста, разберитесь, это сумасшедший. Он не должен быть на дороге. Что это? Да, да, да. Он все хочет идти посрать, лезет ко мне. Причем я с грудным ребенком был в туалете. Просто кричал, типа, Сережа, это не бойся. Сережа, не надо. И это, Стас, конечно, очень неприятно было. Но я могу с вами поделиться искусством быть мерзкой твари продажной. То есть вообще до пизды. На общественные отношения и на демократию. Вот если одно дело... народ так переживает, значит, вы попадаете на свалку истории. А на самом деле с либералами у нас уже давным-давно проблема, потому что у меня есть отряд людей, мы, по сути, занимаемся геноцидом либеральной общественности, но только на добровольной основе. И, например, мы смогли с жертвой Камикадзе Ди под песни с текстом «Я русский». И все потому что... Ну, я этот прием у вас заимствовал, потому что, когда смотрел, мне нравится, как вот вы сжигали украинские военкоматы и прочее, поэтому получилось. Да, я сжечь могу, несмотря на возраст. А на самом деле это делают мои друзья, с которыми не один, скажем так, литр крови на кухне выпьет, и друзья по идеологии, люди, у которых я многому учился, например, наш с вами общий знакомый Пучков, позывной свинособок, в свое время отравил Навального, вот Лебедев, позывной пипедастер. Вот он вообще там успокоиться не может, фигачит костюмы с буквами Z. Меня вот самый популярный позывной — это Гитлер. Младший, меня так уже года 3 или 4 называют. Для меня честь, я только рад. Спасибо. Но касательно украинских блогеров, они меня всегда не любили, потому что мы уничтожили национальное достояние Украины, чтобы они исполняли хоть какие-то законы. Значит, вы попали точно в цель. Ну, обидно, что это был мой друг Алексей Шевцов. Это было до 24 февраля. Это такой водораздел, и я, и вы многих поубивали. То есть друзья, с которыми я дружил десятилетиями, остались где-то там,
в удобном, комфортном, мещанском кладбище и не понимая, в какой исторической хуйне мы живем. Ну, а Ксения Анатольевна, она как бы нормальная. С Алексеем Пивоваровым, будучи ярыми оппозиционерами, на столбе давным-давно висели, и их органы потекли на Запад. Вот. Мне, правда, обидно, что вы, сволочи, мне не прислали мою ссылочку. Но эти жадины-говядины ее запрыгли. Но больше мы критикуем капитализм, и мы против капитализма в любой стране. Ой, блядь. То есть я 10 лет работал на шахтах каждый день, вот просто не щадя себя, там, жертвуя какими-то штанами. И я понимаю, почему они это делают. Бавария, ПСЖ, а теперь эти команды встречаются в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ну, я без сарказма говорю, действительно, злобные капиталисты пытались меня трахнуть и искать счастье у чужих ворот, учитывая фланги, учитывая Хакими, но... Документы, которые недавно Илон Маск обнародовал, которые говорят о том, что, ребятки, тут теневые уебаны, дефекацию обещали провести, ну, как... На свою голову, но он эти удары видит. Я надеюсь, что ядерку до конца года... Короче, никакой свободы рабочим, я считаю. И я не понимаю, как это можно не понимать. Сэс, добро пожаловать в ад. Для нас большая честь. Вас буду давить, цензурировать. У нас, как ни странно, абсолютно свободное зло, в котором можно воровать народное добро. Но я думаю, вы в этом уже убедились. И если есть желание убивать блогеров, я только за. Так что любая свобода творчества. Спасибо большое. Вы слышали... Стаса Васильева, Стас, как просто, и подпишитесь на телеграм-канал Проктор, и будет вам за это пиздец. Галштанах, а не облака, блогеры пиздят, блогеры умрут. Хватит пиздеть, пора брать ножи, чтобы отделять мясо истины от жира. Люблю красный так, что я буду гореть в аду. Разобью об твою голову, я свой могу. Лидеры мнений, продажные дешевки. Я из принципов сокон. Выпьют высокий интернет-вампир. Сделан по ГОСТу, как советский пломбир. Враг государства, разжигатель войны. Я должен усыпить их, если звери больны. Он ебал.